Сегодня в Волгограде состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам одного из ведущих вузов Министерства внутренних дел России – Волгоградской академии МВД России. Среди выпуска молодых специалистов – оперативники, следователи и эксперты-криминалисты. С успешным окончанием высшего учебного заведения выпускников поздравил начальник регионального главка МВД России генерал-майор полиции Дмитрий Вельмошко. Я желаю вам всего самого хорошего, доброго, чтобы те знания, навыки, умения, которые вы получили в стенах академии, пригодились вам в дальнейшем нелегком пути. Путь действительно нелегкий, но вместе с тем ответственный. В торжественной обстановке 233 лейтенанта получили дипломы об окончании одного из ведущих вузов МВД России. 17 из них с отличием. 44 выпускника уже в ближайшее время прибудут в распоряжение регионального главка МВД России для дальнейшего прохождения службы. Вы с честью выдержали экзамен на профессиональную состоятельность и жизненную зрелость. 5 лет назад, избрав профессию защитника закона, вы были в самом начале пути. И по прошествии времени доказали верность и преданность выбранному делу, способность качественно выполнять задачи и поставленные цели. Исполнив на плацу офицерский вальс, бывшие курсанты и ныне лейтенанты в последний раз прошли парадным строем перед руководством учебного заведения.